свою ученицу Пономаренко Марию. Девочке 13 лет вот исполнилось в мае. Она с первого класса, даже с нулевого занимается в нашей школе. За эти годы она, я не знаю, уже, наверное, больше сотни конкурсов, в которых она принимала участие. И почти всегда, за редкими исключениями, она была лауреатом. Начала участвовать в конкурсах со второго класса, по-моему, если мне помнится. Но мы представляем вам программу, ту, которую мы выучили в этом году. Все вот эти 10 произведений, которые она сегодня сыграет, она учила именно только в этом году. Ни прошлом, ни позапрошлом, ничего мы не вспоминали. Вот. То, как мы сумели приготовиться, это оценивать вам. Вам спасибо, что вы пришли нас послушать. Ну и с этим разрешите начать. Как обычно, всегда обучение проходит у нас, начинается с этюдов. Этюды – это основа, которая нужна каждому пианисту, ну и не только пианисту, наверное, и другим тоже инструменталистам, на которой мы как бы делаем пальчики, делаем технику, и без них никуда. Ну, конечно, на концерты мы стараемся, если вы тоже показываем этюды, мы стараемся показать этюды, которые у нас как бы напоминают пьески какие-то. Ну вот, сегодня мы с ней решили сыграть вам три этюда. Один из этюдов – это этюд Людвига Шитте, номер 25, сочинение 68. Thank you.
Следующее произведение Адольфа Буллингаута. Так и называется. Характерная пьеса в форме этюда. Сочинение 22, номер 2. Начинаются там с маленьких прелюдий и фуг. Даже сначала первые еще Анны Магдалены Бах. Иоганн Себастьян Бах писал эти произведения для своих детей. Так как это сейчас у нас там печатают, пишут композиторы. А раньше то, что сам написал, на том и учил своих детей. Поэтому у него сборников очень много. Вот, начиная Анна Магдалена Бах, потом у него идут маленькие прелюдии, потом идут инвенции двухголосные, трехголосные, потом уже идет хорошо темперированный клавир и первый, и второй том. Это уже тогда, когда вот инструмент наш уравненные были полутона и тона. И вот так мы постепенно движемся к тому, что играем все труднее и труднее, более сложные. Сначала играем там какие-то зачатки полифонии, потом уже начинаем двухголосные играть, потом трехголосные. Вот Маша исполнит сегодня инвенцию трехголосную ми-минор Иоганн Себастьян Бах.
соната Йозефа Гайдна, номер 33, ре мажор, первая часть. Thank you.
композиторов. Это Халик Заимов, прелюдия номер 14, и Загир Исмагилов, скерца. Эти композиторы являются, ну, как основателями, можно сказать, башкирской музыки. Это первые, кто закончил именно не студию при Московской консерватории башкирскую, а закончили именно Московскую консерваторию. Халик Заимов, он даже был первым директором нашей вечерней школы, да, первый. Ну, поэтому о нем тоже память.
концу нашего концерта перейти опять на классику. Феликс Мендельсон Бартольди, немецкий композитор. «Осенняя песня», обработка Ланге. Но мне кажется, что в этой песне вы все услышите именно разные, как состояние природы, так же, как они есть у нас в каждом пилетом, есть и гроза, есть и покой, есть и тишина, есть и осенью, и летом, и зимой, и весной. Все это бывает. Вот эта пьеса, мне кажется, об этом. Какой-то оркестр вначале звучит. В середине, по-моему, мне так кажется, что это как дань его жене, любовь, которую он к ней испытывает.
чуть попозже. Мне не пришли вчера посылка с подарками. Можно я еще скажу? Я должна сказать, что Лиза, она очень большая девочка, высокая, я имею в виду. Ей все дают лет 16. Но на самом деле она еще ребенок. Ей только в мае исполнилось 13 лет. Это ростом она выросла в папу своего. Но я скажу, что еще нам надо научиться держать, конечно, себя в руках. Бывают у нас немножко и помарочки. Но то, что смогла, как смогла выдержать, смогла. Я должна сказать, что она вот за этот год, она в 12 конкурсах. Сыграла, выступала. Мы не играли все время, еще есть вещи, которые мы вообще не концерт не включили. Она, значит, в 5 конкурсах она получила первые места, в 2, по-моему, вторые, в 3, третьи. Еще она сыграла на городском академическом концерте, тоже достойно, ее там отметили тоже. Еще она сыграла у нас с ансамблем флейтистов. Там они диплом получили, да, вы только диплом получили. Так что в общей Маша сложности... Маша молодец, да, еще, молодец и молодец. Еще Маша даже сыграла с Лизой, как называется у вас эта организация-то? Роснефть. Роснефть. Они там тоже получили первое место ансамбля. Ну, Миша, а ты все ругаешь. А ругать надо. Надо. Сегодня держу в руках. Все, Семен, все 17 тоже штук. Молодец, все молодцы. Да, такой. Но мы старались, такой. Как уж получилось, не знаю. Хорошо. Вам сидите. Что у нас организовал этот проект. Алла Семеновна, это большое вам спасибо. Благодарит Алле Семеновне. Заходите, вот сейчас попробуем организовать чаек в классе, там, если вы.